Добрый день, друзья! Я хочу вам напомнить то, что примерно 2 недели назад сайт BeCompact решил провести замечательный конкурс с главным призом iPad'ом на 16 гигабайт. И вот настало время вручить приз. Оксана, я понимаю, что тебя переполняет чувство. Ну вот, наконец, твой iPad получил. Да, распишись. Так, во-первых, представься, то есть, как тебя зовут? Меня зовут Оксана Агутова. Так, я из Москвы. Так, ты из Москвы. Главное нам показать то, что этот человек действительно существует. Вот. И условие будет такое, то, что ты должна будешь в паблике еще разместить там пару селфи с этим iPad'ом, ну и так далее. В общем, я думаю, проблем таких не возникнет. У нас был с тобой разговор, то, что ты не веришь в волшебство, в то, что тебе не везет. Просто мы столкнулись с такой проблемой, то, что когда был розыгрыш, многие люди не хотели участвовать, потому что думали, что это как бы развод и так далее. То есть, ну, сейчас очень много в интернете таких вещей. Скажи свои чувства. Я понимаю, что ты узнала то, что ты победила уже, как бы, буквально на Новый год, да? Уже прошло время, но скажи, вот, то есть, когда ты ощутила победу, каково это было? Мне хотелось танцевать. А, танцевать? Подписывайся на ресурсы сайта BeCompact в интернете и становись участником многочисленных розыгрышей и акций.